Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хочу вам предложить связать вот такую модель. Я составила схему узоров для данного джемпера. Модель вяжется по классической выкройке раздельными деталями снизу вверх. Смотрите, заманчивый довольно-таки джемпер. Бренд Шейн его придумал. Реально стильно смотрится, вяжется на одном дыхании, схема очень логичная, быстро запоминается, не придется напрягаться. Кроме того, у данной модельки есть еще одно преимущество, это мелкий узор с вертикальной такой направленностью, который зрительно вытягивает фигуру, визуально скидывает килограммы, и этот узор идеально подходит на большие размеры. По спинке также узор у нас располагается. Спущенный рукав, спущенное плечо в модельке используется. Вот я вам показываю ее более крупным планом. Значит, следующую выкройку предлагаю вам. Можете воспользоваться данной выкройкой. Итак, теперь по поводу пряжи. Всегда даю рекомендации. Мне всегда вязать комфорт, да и многим из вас, из пряжи средней толщины. Я всегда использую, ну, в основном использую спицы 3,5 для такой пряжи. Здесь в 300 метрах 100 грамм. Такой средний расход используется. Вот я вам показываю Камтекс, белорусская пряжа, шикарная, мягкая, нежная, с хорошими отзывами. Это не от себя, а читала отзывы, реальные отзывы реальных вязальщиц. Значит, второй вариант – это турецкая пряжа. Этрофил, она более мягкая, у нее такой состав 10% кит махера, 5% альпака, 55% полиамид, 30% вискоза. Здесь у нас моточки идут по 50 грамм, 100 грамм также получается 300 метров. Так что имейте в виду, вот этикеточка данной фирмы, данной пряжи. Белграды, альпака плюс махер. Так, и вот, значит, наша схема. Давайте я ее показываю в укрупненном варианте. Смотрите, на схеме ширина данного узора 20 петель и 36 рядов раппорт составляет. Горизонтальная черточка у нас изнаночная петля, вертикальная лицевая петля. И вот эти вот знаки – это перекрещивание петель направо, налево. То есть в зависимости от туда, куда направлен. Вот это налево, да, где верхняя наверху часть, вот эта полосочка, значит налево. Где верхняя, вот здесь вот, смотрите, здесь верхняя черточка наверху, значит направо. Имейте это в виду. Узор показываю в укрупненном варианте. Зрительно делим на змейку и жгут. Змейка, жгут, и вот это у нас все чередуется. Как видите, действительно легкий узор. Я нисколько не преувеличиваю. Этот джемпер связан на машинке. Я думаю, что на руках связать его он будет не хуже смотреться, а может быть даже стильнее, лучше. Будет более крупная вязка. Ну, это тоже зависит от того, какую вы пряжу выберете. Ведь можно выбрать и тонкую пряжу, и будет очень, в принципе, почти так же смотреться. Это что касается первой модели. Теперь хочу вам продемонстрировать вторую модель. Вторая модель, которую сегодня я хотела бы вам предложить, это жакет с простыми максимально узорами. Очень привлекателен на разные возраста и размеры. Показываю вам. Эта модель шикарно смотрится, как видите, да, действительно вертикальные ажурные у нас идут полосочки, ромбик простой, небольшие перекрещивания, я рисую схемы, и мы с вами смотрим выкройку, в общем-то расчет легко сделать самим, да, по спинке смотрите, как смотрится моделечка, то есть расположение узоров. Если
попереду у нас идут с вами в начале ромбочки, ромбы, идут от планок, полочек, то здесь у нас по центру идет ажурный узор у спинки, как видите, да, и от него идут ромбы. Ну, расположение узоров вы можете сделать так, как вам хочется, по вашему желанию. Это просто как бы рекомендации у нас идут. Рекомендации. Вот я вам показываю эту модельку. Смотрите, как она супер смотрится красиво, правда? Можно сравнить спинку перед взаимное расположение узоров. Вот в таком цвете, цвет пыльной розы, тоже шикарно смотрится моделька. Выкройку, которую я рекомендую, вот такая вот классическая, спущенное плечо у нас с вами здесь используется. Все очень упрощенный вариант такой. Также деталями разными вяжется, и затем идет сборка, сшиваются все детали. Необходимо вам сделать свои мерки индивидуальные. Можете воспользоваться моим бесплатным уроком по расчету моделей. Ссылочка будет под видео. Смотрите внимательно. Совершенно бесплатно, доступным языком я рассказываю, как сделать расчеты по вашим меркам с использованием выкройки и вот ваших простейших мерок: длину, ширину. И, в общем-то, рукав еще необходимо измерить в длину. Итак, схема. Схема 1 у нас идет с вами. То есть это схема плотной части, то есть ромбика. Да? Вот, пожалуйста, смотрите, ромбик у нас 9 петель составляет в ширину и 14 рядов в высоту схема. Не буду, наверное, про условное обозначение рассказывать. Здесь, в принципе, то же самое, что я озвучивала в предыдущих видео. Схема ромба и схема ажурной части, ажурной дорожки. Тоже 9 петель в ширину. И у нас еще есть такой маленький узорчик ажурный, тоже в виде дорожки. Здесь вообще один ряд, а все четные ряды вяжутся, как смотрят петли. Треугольничек, вот этот равнобедренный в центре, это 3 вместе, 1 лицевой с выделением центральной петли. Раппорт узора 7 петель и 2 ряда. Затем вот такие замечательные сегодня работы мы с вами рассмотрели. Я надеюсь, что вас вдохновят эти изделия, вы свяжете себе что-то подобное. Цвет, конечно, выберите вы свой. Я думаю, у каждого свои предпочтения. Но я думаю, что достойные модели, которые стоит связать. Желаю вам удачи и до новых встреч, мои хорошие.